Классическая ситуация. Кубань, вечер, околица. Двое, он и она. Иван да Марья. Пойдешь за меня. А то. А то чё? А то то. Вот оно чё. Ля, комар. Живучий гад. А ты меткий. Пойдешь за меня. Куда? В армию. Ля, зырь, чё могу. Большая медведица. Медведь. Надеюсь, я у тебя первый? Конечно. Надейся. А что ты на дискотеку вчера не пришла? Свинью колола. Что колола? Купола. А ты что? Корову топил. Что? Корову топил. Топленое молоко хочешь? А у тебя дети есть? Были. А что случилось? Выросли. Вот говорят, кризис, кризис. Смотри, как куры несутся. Завтра у нас драка с городскими. Пойдешь за меня? Не-а. Мне надеть нечего. Я вижу. А? Машка, домой. Ма, завтра домою. А ты хозяйственная. А то. Чё, и косить умеешь? А то, ля. Может, не пойдешь за меня? Поздно. Отойдем? Отойдем. Скорый. Длинный. Завтра на сеновал пойдешь со мной? Не-а, мне до свадьбы нельзя. А когда у тебя свадьба? Слушай, что-то мы быстро семечки грызем. Давай помедленней. Давай. Тыквенная. Зырчу могу, ля. Слоник дарю. Спасибо. Ля, чё могу.
Эйфелева башня. Умоляю, пойди за меня. Лифт. Да. Ну чё, зрачки закрой. Ля. Хо, классная коробочка. Сюрприз. Сори, сори, зырь. Пойдёшь за меня? А то, как батя скажет. А где батя? А? А ты не в отца. Ну ладно, я пошел. Че, пойдет за меня? А то. Батя согласен, пойдешь за меня. А не пойду. Это еще как? А не пойду и все. А почему, ёшкин-то? А не пойду а и все. А ты мне с утра в постель семечки будешь приносить? А то. Тогда пойду. За меня? Постель покупать. Ай!